В Беларуси утверждена концепция информационной безопасности. Документ подписан главой государства. Необходимость его принятия продиктована требованием времени, развитием мирового информационного пространства и геополитическим положением страны. Актуальность темы давно не требует подтверждения. Ущерб от компьютерных преступлений в мире исчисляется миллиардами долларов. Методология работы в информационной сфере и защитные механизмы от возникающих новых угроз сформулированы и реализуются во многих странах. Мировой опыт учтен при разработке белорусского документа. Концепция информационной безопасности Беларуси содержит 30 страниц, включая в себя 7 разделов и 27 глав. В подготовке проекта участвовали специалисты из почти 20 государственных органов и организаций, депутаты, ученые и эксперты. В документе дана оценка состояния информационной сферы в стране, перечислены цели и направления государственной политики в этой области, уделено внимание вопросам реагирования на риски, вызовы и угрозы в информационной сфере. Впервые в нормативно-правовом поле страны появился термин «кибербезопасность». Новая терминология сблизила понимание с европейскими подходами в данной сфере. В документе впервые заявляется об информационном суверенитете Беларуси. Безопасность информационного пространства определена как одно из важнейших условий развития суверенного демократического социального государства. Подчеркивается, что страна отказывается от применения информационных технологий в ущерб другим государствам, но при этом намерена обеспечить собственную безопасность. Возникающие информационные конфликты и споры Беларусь призывает решать через правовые отношения.